Сотрудниками управления МВД России по Калининградской области совместно с коллегами из московской полиции проводятся оперативно-следственные и разыскные мероприятия в отношении Белова Александра Викторовича, известного как Раст. По предварительным данным, создателя так называемого невидимого приложения BeHappy. Вот мы добрались с вами до самого интересного. У тебя здесь два варианта. Первый вариант – это сесть за Растов, а второй вариант – это умереть за Растов. Мне нужен создатель BeHappy. Добрый день, меня зовут Лера Барышникова, и добро пожаловать на традиционный смотр кандидатов нашей компании «Абар». Что ты про нее думаешь? Умная, расчетливая, рубит в компах и знает это. Зачем ей BeHappy? Ей не нужен BeHappy, ей нужно то, что делает его уникальным. Ядро. Ему можно вписать в исходный код любой программы, и она исчезнет. Ты же уже взламывал его? Может быть, ты попробуешь еще раз? Дочери Юрий Скольж Белов. Найди его. Папочка, забери меня, пожалуйста. Мне нужен Раст. Мне нужен человек, который написал этот код. Ты уничтожил очень много семей, Саша, из-за своей выгоды, понятно? Время вышло. Ты даже не можешь представить, что тебя там ждет впереди. Потому что твое ядро — это только начало.